Всем огромный привет, мои любимые красавицы. Очень по вам скучала. Сегодня, как и обещала, новый формат. Теперь у нас есть супер столик для мукбангов. И мы будем видеть с вами, что же у меня на тарелочке. Вот такой офигенный столик с бабочками, цветочками. И сегодня, по многочисленным просьбам, будем кушать мороженое голубое просто. Некоторые кусочки растаяли, а некоторые нет. Она растаяла сверху, а внутри хрустящая. Залипает. Очень сильно залипло. Моя любимая. Thank you.
Чизи креме. Простите, но не чавкать невозможно. Стараюсь как могу. Такие сливочные кусочки. Последний. Всем приятного просмотра. Было очень вкусно. Поела по-настоящему. Половину точно умяла. Но, извините, перед этим я устоять вообще не могу. Это моя самая большая слабость. Еще хочу рассказать вам один случай. Когда мы ехали из Коканда домой, мы с водителем разговорились насчет того, что я люблю вот эти все десерты кушать. Он говорит, гульвата, что ли? Я говорю, да, гульвата, да-да-да. Он говорит, о, все мои бабы, говорит, в доме гульвата кушают. Представляете? Я говорю, да неужели? Он говорит, весь Коканд гульвата кушают. Все мои дочки и жена, говорит, всю жизнь, как, говорит, не приду домой. Мы смеялись так в машине, прикалывались. Как не приду, говорит, у них гульвата, гульвата. Они, говорят, чай, пай, только гульвата, говорит, кушают. Он чисто не говорил по-русски. Чистокровный кокандец. И я говорю, как вот ваша жена, сколько лет ест? Говорит, всю жизнь, говорит, ест. Сколько я ее знаю, говорит, всю жизнь ест она. А им уже лет по 50 где-то. Я говорю, и что, нет проблем вообще от гульваты? Вот то, что она кушает. Нет никаких проблем, говорит, нету. Постоянно, говорит, кушает. И я задумалась, ведь когда я ела гульвата, вот, у меня тоже не было больших проблем. Но когда я пила кунжутное масло, проблем не было вообще. У меня сильные проблемы начались именно
с вот этих Туркестанов, Белое озеро, как я начала все вот это разбавлять, у меня начались проблемы. А с гульватой такого не было. Вот такой вот небольшой случай, рассказик. Поэтому ее я ела очень даже смело. Это моя самая большая любовь, самая большая слабость. Mm. Вообще, как речь зашла с этим водителем? Я говорю, вот вы много ездите, да? Вы где-нибудь встречали меловые горы, карьеры какие-нибудь с глинкой там, с мелом? Он говорит, нет, я таких не встречал. Я говорю, а вы знаете, что вот у нас пищевой мел, пищевой, стоит, говорю, 5-6 долларов за килограмм. Он вот такие глаза вытаращил. Вот слово за слово, он говорит, моя жена гульвата кушает, гульвата. То есть другие она не ест. Что у них на базаре продают, гульвата, то она и ест, как бы, много лет. И он говорит, никаких проблем нету. Будем на это надеяться, что хотя бы она пищевая. Ой, было очень вкусно. Всех целую, обнимаю. Всем приятного аппетита, приятного просмотра. Пока-пока.